Всем привет, дорогие друзья, это новая часть туториала по анимации Countrybles. В этой серии мы займемся озвучкой нашего Бола. Итак, для озвучки вам, во-первых, потребуется микрофон. У меня это Pifine K669B, достаточно хороший микрофон, брал его за 2500, именно его я рекомендую. Я попробую оставить ссылки на него на Алиэкспрессе, хотя я покупал его на Озоне. Попробую оставить еще ссылку на Озон, если найду его. Посмотрев видео на Ютубе про микрофоны, вы можете наткнуться на BM800, это достаточно популярный микрофон, и многие его советуют. Я же его советовать точно не буду. Зайдите во вкладку сообщества, пролистайте вниз, и вы увидите весь мой гемор с этим микрофоном. 1500 за сам микрофон, 2000 за фантомное питание и 1000 за звуковую карту. И в итоге вы получите полную хрень. Здесь же за 2500 звуковая карта встроена в сам микрофон, и никакое дополнительное питание к нему не надо. Звук достаточно приемлемый. После обработки. Итак, давайте перейдем в приложение Audacity. Итак, здесь мы настраиваем громкость микрофона 95. На самом микрофоне также есть колесико для настройки. В принципе, если хотите, я могу сделать полноценный обзор своего микрофона, где объясню все нюансы и вот все, что возможно. Итак, давайте что-нибудь запишем. Вот просто буду что-нибудь говорить. По идее, здесь должно быть огромное количество шумов, так, скорее всего, оно и будет, и я покажу вам, как их убрать и сделать чистый звук. Итак, для того, чтобы убрать шумы, выделяем сначала место, где мы просто молчали и ничего не говорили. Да, обязательно вначале надо помолчать чуть-чуть. Так, выделяем это место, нажимаем «Эффекты», «Подавление шума», получить профиль шума, после чего мы выделяем полностью всю запись, подавление шума, окей. Итак, давайте послушаем. Вот просто буду что-нибудь говорить, по идее здесь должно быть огромное количество шумов, так скорее всего оно и будет, и я покажу вам, как их убрать и сделать чистый звук. Итак, как мы слышим, теперь звук идеально чистый, почти студийный. Итак, давайте теперь сохраним его в формате WAV и закинем в Animate. Итак, вот наша анимация, которую мы делали в прошлом видео. Давайте создадим здесь новый слой, назовем его «Озвучка». «Озвучка». Создаем ключевой кадр. И вот сюда надо кинуть сейчас наш звук. Вот звук с обработкой. И нажимаем F5, чтобы продлить его. И продлеваем, пока не закончится наш звук. Вот, закончился. Так, как вы слышите, когда я вожу, у меня слышится каждый звук. Как это сделать? Потому что у вас может изначально такого не быть. Нажимаем на первый ключевой кадр, свойства, и где синхронизация, у вас, скорее всего, будет стоять событие. Это, то есть она начнется и закончится. А нам надо поставить поток. И тогда она будет у вас так же. И вы сможете спокойно слушать каждую букву и подставлять к нему эмоцию, и делать анимацию. Анимация разговоров, ну, в прошлом видео, как я делал ходьбу, точно так же делается и, разговор Бола. Смену эмоций мы также проходили уже в прошлом видео. Поэтому все. На сегодня мы заканчиваем. А если у вас нету микрофона, вот сейчас я расскажу, что делать, если у вас нет микрофона, но вы хотите анимировать, и вам нужен звук. Вы можете попросить хотя бы друга, у которого есть микрофон, чтобы он вам озвучивал, так делают многие аниматоры. Можете у уже состоявшегося аниматора попросить сделать вам озвучку. Может он согласится делать за бесплатно, может придется заплатить какую-либо сумму. Я, например, делаю озвучку. На данный момент одному аниматору я озвучиваю видео. Что это вполне себе распространенная практика. Даже из топовых мапперов или аниматоров не так уж и много людей делают сами озвучку. Многие просят у кого-то. Итак, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!